Всем здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать о том, да, вот кого приглашать в бизнес, кому звонить. То есть вот новички, допустим, когда отступают, и им говорят, особенно те спонсоры, которых там 90-х годов, что давай иди беги, подключай. Рассказываю всем своим близким, друзьям самым лучшим, и они подключатся. Ну и, соответственно, они все бегут, рассказывают и получают, как обычно, отказ, да, там один отказ, два отказа, три отказа. Ну и рано или поздно человек разочаровывается, ну и сливается с бизнеса. То есть думает, куда я попал, никто не подключается, все говорят, что это какая-то там ерунда. Вот. Но если вы подумаете так на самом деле, то когда вы предлагаете бизнес, ваши знакомые, близкие, они делают ассоциацию с чем? Да? С вами. То есть, если они вас знают как, там, не знаю, охранника, там, таксиста, или вы там работаете на каком-то там заводе, то есть, это пример. А тут вы начали заниматься каким-то бизнесом, то, соответственно, они вас даже и слушать не будут. Вот. И на мой, как говорится, ну не взгляд, а мой уже опыт, да, то есть я таким образом тоже испортил очень много, ну, испортил свой список людей, конечно, были подключения и так далее, но сейчас с появлением, да, интернета, всяких связей, там, Инстаграм, Ватсап и так далее, то вы всех своих людей, которых вы знаете, разделите на три категории. Да, то есть это близкие, знакомые, там, родственники. Второе, это там холодные контакты. И третье, это все остальные люди. То есть, как говорится, самый-самый холодный. Вот. То есть близкие, теплые контакты и холодные. Чуть не так сказал. Вот. И идите к третьим, самым холодным. Да? И что вам хочу сказать при правильном, можно так сказать, раскладе, предложении, вы удивитесь, что люди, которые вы не знали даже, они будут подключаться, будут самые первые ваши партнеры в бизнесе. И что еще интересно, это то, что, значит, дальше идите уже более теплым контактом, и уже потом идите к родственникам, знакомым, там, близким, и скажите, что так и так, я вот недавно начал заниматься там бизнесом, и у меня есть уже такой-то результат. Вот. И поверьте мне, выхлоп будет совсем-совсем другой, если вы изначально пошли к ним, или если вы пошли, допустим, к ним уже после, там, допустим, там через месяц, там через два, с какой скоростью вы работаете, как вы рассказываете. Вот. И эти люди уже будут вашими партнерами. Потому что те самые, тот холодный рынок, вам на них на самом деле наплевать, что вы их не знаете. Будет он там в бизнесе, не будет. Вы просто как бы набьете благодаря этим руку, да, у вас будет опыт, опыт. И, соответственно, будете уже знать, что говорить. А когда вы сразу расскажете своим близким, знакомым, которых вы знаете, и они вам скажут, нет, вы же их знаете, и они вас знают, они скажут, они вас будут что делать? Они вас будут спасать, куда-то вляпался и так далее, не разобравшись. Но когда у вас уже будет результат, и вы уже скажете, что извини, вот у меня уже вот такие деньги, ты и еще месяц-два я уйду с работы, то, соответственно, люди уже начнут задумываться. А когда вы начнете зарабатывать уже неприличные деньги, а это будет рано или поздно, то к вам будут подключаться все больше и больше людей, потому что люди будут за вами наблюдать,
смотреть за вами, ваши соцсети, контакты и так далее. Ну, на этом, в принципе, у меня все. С вами был Бугров Виталий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы получать все новости. То, о чем я занимаюсь, есть у меня под видео. Буду рад видеть вас в числе наших партнеров. До встречи!